Порядка 300 миллионов тенге задолжали неплательщики алиментов в Нур-Султане. Такие данные предоставили в столичной региональной палате частных судебных исполнителей. С начала года к ним обратились 16 тысяч заявителей. В результате 2500 отцов обязали выплатить деньги на содержание своих же детей. Еще у 7 тысяч удерживают долги зарплаты. О новых мерах и подходах по выбиванию алиментов сюжет Мира Альжановой. Зачастую выбить накопившиеся долги с мужчин непросто, поэтому при женитьбе молодым парам необходимо заключить брачный контракт, советуют специалисты. Он определяет права супругов и детей на имущество во время развода. С начала года всего на исполнении у судебных исполнителей города Нур-Султан находилось более 16 тысяч документов о взыскании алиментов. При наличии брачного контракта недоразумений и споров по выплате алиментов и делении нажитого во время совместной жизни не бывает, объясняет Ирлан Онгаев. А вот отсутствие такого соглашения нередко приводит к тому, что женщины просто не могут добиться выплаты алиментов от бывших мужей. Злостных неплательщиков алиментов на сегодняшний день в столице около 2500 человек. Для того, чтобы призвать их к ответственности, судебные исполнители совместно со стражами и порядками находят их автомобили в базе «Сергек», а затем помещают на штрафстоянку. При этом у 7 тысяч отцов ежемесячно алименты удерживают заработные платы, а вот 5 тысяч человек выплачивают их траншами, когда у них появляются деньги. Есть и те, кто находится в розыске и избегает судоисполнителей. Они задолжали своим семьям порядка 300 миллионов тенге. Где-то 14 автотранспортных средств уже отвалены на штрафные стоянки. За имеющие задолженности должников по алиментам. Кроме этого, в отношении злостных неплательщиков алиментов законодательно предусмотрена административная и уголовная ответственность. По действующему закону должников могут арестовать на 15 суток, уголовно же их могут ограничить в свободе на 3 года. Поэтому в случае отказа по выплате алиментов женщинам рекомендуют обращаться к частным судоисполнителям. Для них услуги взыскания денег с бывших супругов абсолютно бесплатные. Мира Альжанова, Нурлан Утегенов, Ботагоз Каирбекова, телеканал Алматы, Нур-Султан.